Георгий Черданцев. Со мной, как и всегда, мой коллега Константин Генич. Всем привет! Что может быть лучше итальянского футбола? Только итальянский футбол в прямом эфире. Что не дождусь начала матча, Константин? Потрясающая атмосфера сегодня на стадионе. Думаю, она поможет командам раскрыться. Последние годы растет посещаемость футбола со стороны женщин и детей. Это не может не радовать. Поход на стадион становится в том числе и семейным досугом. Это хорошо для клубов, потому что так рождается преемственность поколений. Еще несколько лет назад Наполи просто не существовало. Клуб исчез из-за банкротства. А теперь это одна из главных команд Италии. История как из кино. Логично. Ведь президент Наполи из киносемьи. Его дядя Дино де Лаурентис, продюсер знаменитого «Гладиатора». Человек, который когда-то отказал самой Мэрил Стрип. И как? Повернулся во время прослушивания к своему сыну и на итальянском выдал. Зачем ты привел эту уродину? Не зная, что Мэрил Стрип понимает и итальянский. Игра началась, смотрим. Хорошо, он с мячом вперед идет. За такой подкат вполне можно желтую показывать. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку, и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало, и теперь обе команды осознают, что сегодняшний футбол должен быть предельно аккуратным. Ну и, наверное, не только сегодняшний. Пошла подача в штрафную. Ну, это удар, чтобы немножко вратаря Давида о спину размять. Матео Политано. Жилинский. Инсинье. Уверенно играет в отборе. Тащит он мяч.